Все сельскохозяйственные угодья пересчитают в России до 30 августа. Химки не стали исключением. В этом году проводят опрос по телефону, электронной почте или лично. Под пристальным вниманием переписчиков оказались не все. Будут переписывать только крупные сельскохозяйственные организации, которые в городе 95 зарегистрированы налоговой инспекцией. И фермерские хозяйства, которых у нас 45 зарегистрированы в городе. И некоммерческие партнерства, их 105. Приставка «микро», к слову, перепись, означает, что данные будут собирать не так подробно, как их берут каждые 10 лет. Хватит информации со слов владельца участка или предприятия. Переписчики будут собирать данные об инфраструктуре сельхозорганизаций, посевных площадях и о поголовье скота. Наш переписчик будет выглядеть вот так. Вот посмотрите, пожалуйста, его можно узнать. У него вот логотип 2021 год, микросельскохозяйственная перепись. У него планшет у переписчика. И на этот планшет она задает вопросы по личному подсобному хозяйству или по садовому. В связи с тем, что Химки является городским округом, здесь все деревни входят в кварталы. Поэтому личные подсобные хозяйства, находящиеся в черте города, переписывать не будут. Сотрудники Росстата подчеркнули, что данные, полученные в ходе переписи, будут конфиденциальны. Важно отразить общую картину того, что сейчас происходит в сельскохозяйственной сфере, чтобы государство понимало, сколько средств нужно будет выделить для ее развития.